Бегу по делам, и вот остановилась. Смотрите, старичок такой вообще уже никакой. Бегает, бегает. Какой молодец. Здоровья ему. Вот такой у нас стадиончик от школы. Блин. Еле-еле душа в теле. И за спорт. Видите, каждый хочет жить в здравии и подольше. Старается, старается. Дай Бог ему здоровья и всего-всего самого наилучшего. Да, я как всегда. Ручьи, ручьи, наши ручьи. Это чистый источник, если что, не канализация. Я вам уже о нем говорила. Это из-под земли бьет, бьет и течет. Чистая водичка. А я, как всегда, бегу в молочку. И потом к дочке с внуками. Ей надо сходить в парикмахерскую. Вот. А потом Макарке надо зайти посмотреть обувь. Со всей обуви вырос. Так что будем шопиться немножко. Ой, все уже зелено, хорошо. Сейчас праздничные дни. Целых 4 выходных. Люди будут отжигать, расслабляться. Как говорится, интернат, где живут и учатся дети, у них тоже выходной. Тишина. Обычно я иду, они кричат. Шум, хам, тарарам. Ой, как с ними можно? Я не знаю. Какое терпение все-таки у преподавателей. Это жесть. Я как вспомню, когда мои учились, я в эту школу и не появлялась, потому что там дурдом. Я это не переносила вообще никак. Раз в год схожу и хватит. Да, вон видите, все уже деревья зелененькие, кустики зелененькие. Запах стоит обалденный. Такой свежий-свежий зелени. Ладно, здесь ступенечки, надо идти аккуратненько, осторожненько. Побегу. Ну вот, взяла немного молочки. В этот раз что-то было совсем скудненько. Да, бывает прям вот так вот очень-очень скромно. И взяла творожок, вот такой вот груша, персик, вишня, черешня и черника. Одну сметану большую и вот такой вот сок. Вот и все. Ну, себе тоже взяла творожок. Я без него вообще не могу. Мне нужен он обязательно каждый день. Ну, что-нибудь молочное. Так, мои дорогие, путь мой продолжается. Моя любимая березка. И я остановилась здесь вот возле церкви. Не знаю, как правильно сказать. Короче, для корейцев. Корейская. Вот. И обратила внимание, как они высадили. Посмотрите, какая прелесть. Я думаю, что такое? Проложили вот такие штучки специальные, видите? И в каждом этом, наверное, что-то посадили. Будет красиво. И вот так и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, пошло вверх. Очень симпатично, да? Первый раз такое вижу. Так, все. Чапаю, чапаю. Меня уже ждут. Ой, сегодня погода не солнечная. Такая смурная. Типа пасмурная. Так свежо очень. Но лучше уж так, чем, знаете, от жары подыхать. Нет, я такую погоду люблю, вот, чтобы она была не солнечная. Я как вампир тот. Как солнце, как жарко, все, я никакющая. Мне нужна
пасмурная погода или вот такая вот облачная, я себя чувствую великолепно. Блин, я 3 дня назад шла до детей, все было лысо. А сейчас посмотрите, над головой зелень. Класс. Тополя самые первые распускаются. А у нас практически весь Владивосток тополя, тополя. А потом этот тополиный пух. Ух, как снег. И во всем есть своя прелесть. Вообще классно. Иду тихо, хорошо. Ой, боже мой. Дай мне силы, терпения и счастья. Счастья. Девочки, все, я у дочки, у внуков. Жду, когда они нарядятся. Я сегодня вот такая вот вся розовенькая, как Барби. Ну, правда, престарелая Барби. Ну, а что поделать? Тоже надо. Я скинула куртку, потому что жарко. Дети одеваются, собираются. И чтобы не разуваться, я, короче, надела пакетики. У меня не только очумелые ручки, но у меня еще очумелая башка. У меня дома на такой случай лежат бахилки больничные. А тут, ну что, пакетики пришлось надеть. Цезарь, это я. Думаю, что она делает? Ему шлятки встречает бабу Лилю. Так, вот, короче, вот такая я. Розовенькая. Это у меня была, а это все отдельно. Сначала я покупала вот такую толстовочку, а потом вот и взяла спортивные штаники. Ну, вы в курсе, все показываю. Все как есть. И получился костюмчик. Классно, да? Дочка тоже говорит, ой, как красивенько, как классненько. Ну что, Цезарь, тебя мы с собой не берем. Ты у нас никак. Если его вынести на улицу, нам, короче, смерть. Мы будем все, как в фильме ужасов, расцарапанный, он немножко диковатый. Что разозлился, наверное, за вчерашнее, то, что я ему в рот пихала лекарства. О, разодрал мне весь пакет, скотина. Посмотрите. Короче, чтобы вы поняли, Кристина давала ему лекарства от паразитов, а он не смог сопротивляться, залили ему это лекарство, а он потом отомстил. Видите? Вот такой вот Цезарь. Где ты? Бесстыжий! Нет, где ваш хулиган? Гаденыш такой. Тебе же как лучше. Как лучше. Чтоб тебя там не кущали. Он спал, прикинь, сладко. Я бы так ему взяла, давай открывать пасть. Он ничего не поймет. Да, я че? Ему со всей силы. А боюсь, что он сейчас цепанет. А оно не жидко, аж таблетка. Я с чайной таблетка? Ложки налила. Туда водички, растолкала ее, и вот так вот одной рукой держу ложку, одной рукой, ну, у меня ж некому помочь, дети ж не помогут. Ну, да. И я вот так вот ему разжала пасть, и туда ложку в глотку и об зубы. Он как убежит. Он не поймет, что от него хотят. Мой котик. Котик сопротивлялся, да? Твой котик любимый. Он меня любит. Любит тебя? Так он и меня любит, и Макара любит, я и маму любит. Че, все готовы? Че, да? Почапаем? Да, почапаем. Ты самолетиками играешься, да? Че самолетики валяются? Да, дочь делали. Дочь делали, хулиганочки. Все, идем по бездорожью немножко, чтобы спуститься в парк. Идем до парикмахерской. Решили спуститься в парк. Вот здесь вот парк. Идем пешочком, дышим свежим воздухом, нашагиваем шаги. Вот моя красавица с папой за ручку. Такая шапка. Красивая. Прям солнечная, красивая, очень красивая. Ты вообще красивая девочка, да? Красивая. Да, красивая. Так, а это что? Это что у нас? Колледж. Ага. Я, если честно, по этой дороге иду первый раз. Видите, все уже желтеньким. Скоро кустики будут желтенькие. Птички поют, все так хорошо.
Мужики работают. Праздничные дни они работают. О, кувалдой. Керамба. Керамба. Молодец. Собачка. Пока мама наша ждет очередь, мы рано подошли. Мы гуляем здесь вокруг разных домов. Посмотрите, тюльпанчики растут. Класс. Люди своими силами, видите, высаживают, как-то ухаживают. Ой, какая красивая елочка. Вот елочка, палочка. Посмотри, какая пушистая, зелененькая. Здесь так интересно сделали. Что-то натыкали, напыкали. Да, вон розовые эти. Куст. Ой, как же оно называется? Боже мой. Боже мой, забыл. Вот такие кустики везде розовые. Ну, даже не розовые, лавандовые. По-моему, это багульник, если я не путаю. Вообще, я плохо разбираюсь. Но главное, что красиво. Елочка такая пушистенькая. Наверное, на Новый год ее здесь наряжают. Да, Совочка? Куда полезла? Смотри, там железяки, гвозди. Ну, насадили, вот, чтобы никто туда не ходил, не топтал. Да, испачкаешь свои красивые модные кроссовки. Да. Ну, пойдемте дальше, вокруг дома пройдем. Посмотрим, что с той стороны, как люди живут. А, что? Вон ковры. А, это одеяло сушат. Все по стариночке. Осторожно. Блин. Я люблю гулять во дворах чужих. Все по-новому. Вот. Пойдемте вокруг дома пройдем. Посмотрим, что там. После зимы, да, как прекрасно. Такой кустик уже вырос. Будут вот такие вот колокольчики. Не рви только, Софочка. Ага. Дети рассматривают зелень. Что там увидела? Еще листики. Какая прелесть, да? Пробивается к солнышку. И здесь. Это травка уже, да? Пойдем дальше. Пойдем, моя хорошая. Вот кустик начинает цвести. Будет весь розовенький-розовенький. Да? Да. О, красота. Короче, детям показываю природу, красоту. Не надо, не рви. Пошли. Пошли, моя зайчика. Моя зайка, девочка. Чё, замерзла? Капюшон надела. Да нормально на улице. Читает журнал девочка, еще в ожидании мамы. И вот наши присоединились. Красоту читает. Еще знает, о чем говорить. Понятно, розовый любит на волосах. Дети очень продвинутые о моде. О моде. А ты любишь лавандовый? Ну такой любишь.
Ну, такой белый. А я не вью. А я тоже снимаю. Девочка такая хорошая, милая. Да. Тоже розовая, как и баба Лиля. Мы с ней розовые. Детская дружба. Познакомились, уже друзья. Играют в какую-то игру. Да. Как это мило, боже мой. Давай спой песенку. Ты подписываешь, я подписываюсь. Маня, ко мне с тобой анальнез. Как повезон, и ты тебя, ты тебя, заеду тебя. Какая ты молодец. А ты что споешь? Я такая мама, и лучшая. Я такая... И все? Мам. Про маму песню, да? Какая ты будешь девочка, модница. Тоже будешь садиться в кресло и делать прически. Угу. Да, будешь вот тут сидеть, как мама. У тебя будут стричь, красить, да? Нет, сейчас тебе ничего не будут делать, надо вырасти, потом прийти и делать. Хорошо? Ну, пока жди, когда твое время наступит. Модница ты наша. Модница маленькая. Сегодня сопровождаем маму, чтобы прогуляться. Всем привет! Да, вот такой вот темненький, красивый волос. Еще подровняла немножко на сантиметр кончики. Вообще шикарно. Ну, завтра на брови. Да. Как надо. Да. И мы счастливы. Заходим, заходим. Тёпи-тёпи. На 6 нажимаем. 6. Все, вот с покупками. У Макары две пары обуви, кеды, кроссовки. Еще дома сейчас придем, будем мерить. Вот, и вот надеваем шарики, фонарики. Мама не успевает покупать. Вот еще им радость. Радость. Вот так сделаем. Да, будете пускать, праздник себе устраивать. А в лифте, желтый, в лифте прыгать нельзя. Все, выходим. Да? Да, только потом сам. Зашли в магазин, кое-что купили необходимое. Так, бежим за мамой, за мамой. Одна, второй. Ты сидеть. Да, я самостоятельная девочка. Так, идем, идем, идем. Маму догоняем. Сейчас еще.
еще печенюшки надо взять к чаю. Вот эти мои любимые. Возьму. Эти. Так, забежали в Фикс Прайс, коту жрачечку взять. И я наконец-то вспомнила, что у меня закончилось мыло для рук. Вот беру Мелисса Ромашка, антибактериальное, очень даже хорошо. 200 рублей, пол-литра. Наш ужин. Манты. Манты. Они одинаковые практически. Так, сливочное маслице. Как всегда, свежий салатик. И нам приятного аппетита. Ням-ням.